Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 10 на странице 100 учебника математики для 3 класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем найти значение данных числовых выражений. Будем использовать письменные приемы вычислений. 484 плюс 165. Начинаем сложение с единиц. 4 плюс 5 равно 9. 8 плюс 6 равно 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 4 плюс 1 равно 5, еще 1 6. 649. 529 плюс 321. 9 плюс 1 равно 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 2 равно 4, еще 1 5. 5 плюс 3 равно 8. 850. 840 плюс 102. 0 плюс 2 равно 2, 4 плюс 0 равно 4, 8 плюс 1 равно 9, 942. 209 плюс 197. 9 плюс 7 равно 16, 6 пишем, 1 запоминаем. 0 плюс 9 равно 9, и еще 1 в уме 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 1 равно 3, еще 1 4, 406. 806 минус 724. Вычитание, так же, как и сложение, начинаем с единиц. 6 минус 4 равно 2. Из 0 вычесть 2 не можем. Занимаем 1 сотню 8. 1 сотня – это 10 десятков. Минус 2 равно 8 десятков. И так как мы заняли 1 сотню, остается 7. 7 минус 7 равно 0. 82. 356 минус 186. 6 минус 6 равно 0. 15 минус 8 равно 7. Из 2 вычитаем 1, равно 1, 170. 670 минус 263. Из 0 вычесть 3 мы не можем, занимаем у 7. Из 10 вычитаем 3, равно 7. Здесь у нас остается 6. 6 минус 6 равно 0. 6 минус 2 равно 4. 407. И 122 минус 122 получается 0. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.